Всем доброго времени суток и для, кроме, конечно же, конторочки Додо Пицца. С вами обзорчик на Болтунор и Ситрон Дрончик. И сегодня у меня есть некоторые слова, которые я хотел бы сказать. Так, грёбаный Додо конторе. Пицца, слушай. Долгое время я ценил продукт, ценил его и уважал. Но это было только до того момента, как мне просто беспричинно перестали выдавать заказы. И целый ряд заказов был просто отменен без внятно объясненных мне причин сотрудниками этой гребаной вашей организации. Не по умолю слова твоего. Короче говоря, в чем суть вопроса моего? Пришел примерно час назад, однако, контора была Пицца, город Самара, Российская Федерация, по адресу улица Панская, 29. На совковом языке это звучит как улица Ленинградская, 29. Вот, ну, собственно, сделал заказ, заказал два тостера, два сока, ничего такого супер сложного, что нельзя выполнить для пацана. Заказ отменяется по какой-то причине. Заказываю второй раз. Заказ отменяется по какой-то причине. Потом, собственно говоря, пишу сообщение в поддержку. Поддержать там не могут человека, я сразу говорю. Там уроды работают, роботы и уроды с этими роботами еще погоняют. Вот, пишу им, говорю, что проблема, мне говорят, ненормативная лексика в вашем никнейме, вот, я попрошу уточнить, где это написано, какая лексика считается нормативной, мне присылают документ, соответственно, вот, можете посмотреть, его сейчас перед вами на экране появляется, хорошо, да, понятно, соответственно, я изменяю свой никнейм, уже соответствую требованиям, ввожу символы китайского языка, которые, ну, как бы, в русском языке не могут содержать никакого ненормативного значения. Мы с вами все здесь адекватные люди сидим. Вот, никнейм мой звучит вот так вот, вы можете послушать в данный момент. Корпорация Google тоже уроды, но предоставили нам для общения сообщение свое озвучивание для текста. Уя Джей. Уя Джей. Вот так звучит мой никнейм. И ко мне подходит потом урод какой-то. Заказ мне, я уже делал заказ неоднократно. Бабки мне все еще не вернули. Ну, вроде вернут, но вы там все уроды, поэтому я не сшибко-то вам доверяю, короче. Вот. Приходит ко мне какой-то ушлепок, говорит, у вас ненормативная лексика такая. Ушлепку я говорю, слышь ты, или ушлепок. А где можешь показать, что где ненормативно? Он говорит, вот эти символы, они символизируют ненорматив. Я говорю, ты хоть знаешь, ты урок, как это читается. Он вообще что-то мямлит, я не пойму. Не может ничего адекватно сказать. Я говорю, в чем ненорматив? Нельзя уже, китаец придет, по-моему, не сможет имя свое, что ли, написать. Он просто мямлит что-то, говорит, ненорматив. Я, короче, его послал куда подальше. И в это заведение больше приходить не намерен, пока там такие уроды работают. Вот. Возможно, это какой-то просто несчастный случай, возможно, это просто какой-то ушлепок там что-то не так сделал. Возможно, и так, но если в течение 5 календарных дней контора Пицца не приготовит мне мой заказ и продолжит настаивать на своей херне, будет работа висеть по вам, ребята. Я говорю, вы получите свое, это ультиматум Додо Пицца. Если вы не приготовите мне доктора мои и сочелу мое, то, блядь, вам жизнь малиной не покажется. Я вам говорю, блядь, как послан на Амбуту на Руси. Потому что, ебать, у вас 5 дней, контора. Если не выполните, блядь, ну пеняйте на себя тогда. Все, выключай мотор. Давай, врубай.